Всем здравствуйте! Сегодня у нас такие вот маленькие пакетики. И сейчас мы посмотрим, что в них. В принципе, я подозреваю, что в них. Так, здесь у нас вот такие вот очень дешевые наушники. Стоят они $1.30. Заказал просто посмотреть на них. Спортивные наушники. Так, сейчас распакуем их. Ничего прям классного от них не жду. Посмотрим, как они звучат. Вот так вот выглядят. Выглядят, в принципе, достаточно неплохо. Видите, что здесь написано, что это типа Sony. Ну, мы сейчас их послушаем и проверим, как они звучат. Настолько ли они убоги по качеству. $1.30, ссылка в описании. Следующий это... Дошли они за ровно 20 дней. Следующий это вот тоже такой маленький пакет. Так, и здесь у нас... Здесь у нас находится MP3 плеер, очень даже интересненький. Шел достаточно долго до меня, порядком 40-50 дней. Вот такой вот, типа копии iPod Shuffle, только с экраном. Давно уже хотел такой плеер на обзор взять, так как, ну нет на YouTube обзоров их, а товар очень достаточно много продается. Такой толстенький он, так как у нас включается. Вот так вот он. У нас выглядит, не знаю, камера не хочет фокусироваться. Ну, в принципе, все здесь работает. В принципе, будет на него подробный обзор. Сниму подробный обзор вместе с плеером, который пришел с Tiny Deal, как только протестирую их. Ну, пока мне он нравится. Очень даже такой неплохой плеерик. В принципе, вот такие вот здесь органы управления. Есть даже микрофон. Ну, в принципе, за $4 самое то. В принципе, при том, что здесь есть экран. Ну, давай сейчас послушаем вот эти наушники, и я вернусь к вам. Ну, что я могу сказать про эти наушники? Начнем с того, что я их еще не успел надеть на уши, как они у меня сломались. Вот эта вот фигня вылетела отсюда, и она именно треснула, ну... Значит, не судьба мне их носить. Что могу сказать по звуку? Звук меня, кстати, удивил. Звучат они, ну, чисто, то есть все высокие, низкие частоты работают хорошо, но они очень тихие, прям при пробежке очень... Люди, которые хотят слушать громко, они... не смогут получить прям высокий такой мощный звук. Но если вы хотите их слушать дома, то очень даже неплохие наушники за эти деньги. К сожалению, они очень легко ломаются, вот вы можете заметить. Но качество звука очень неплохое. Вот такие вот наушнички и вот такой вот плеер. На него будет подробный обзор. И всем пока, ставьте лайк за котейку.